мы с Наташей хотим рассказать о том, как мы с ней познакомились. Однажды, когда-то, да, я сидел грустным вечером за компьютером в интернете, одинокий, да, и решил ввести, найти себе подругу жизни всей моей. Вот, ввел запрос в поисковую систему, и одним из результатов была анкета Натальи в таком в социальной сети ВКонтакте. Дуров, да, поэта самое, послужил нам хорошую службу. Вот, в конце, ну, и потом завязалось у нас как бы общение. Дальше Наташа начала приглашать меня выйти погулять уже в реальности. Собственно, что из этого получилось? Сначала ничего, потому что он был страшным домоседом, и было, точнее, было просто нереально. И тут я сказала, что у меня есть гитара. Он клюнул сразу же. И в тот же вечер на лавочке у Берденки он играл песни. Это была замечательная песня. Мы познакомились с тобой позапрошлой весной. Уж не буду я песни. Да, сейчас. Я могу тоже такое сейчас понять. Да, и все, собственно, началось романтично. Гитара, ночь, зеленый чай в бутылке 1,5-литровой. Вот. И друзья. Вот так и получилось, что мы познакомились по интернету, но мы могли, в принципе, познакомиться как угодно. Допустим, так. Just in time, head down the 405. Gotta meet the new boss by 8 a.m. The phone rings in the car. The wife is working hard. She's running late tonight again. Well, I know what I've been told. You gotta work to feed the soul. But I can't do this all on my own. No, I know I'm no Superman. I'm no Superman. И так. Yeah, I'll see you through.
you please in every way I can. Gonna give you all of me, as much as you can stand. Make love to you right now, that's all I wanna do. I know you need it, girl, and you know I need it too. Cause может вот так? Если ты скажешь да, да все вокруг не важно, все только для тебя, для одной. Если ты скажешь да, поверь, я буду счастлив. Ты прекрасней всех, и я с тобой. Если ты скажешь да, да все вокруг не важно, все только для тебя, для одной. Если ты скажешь да, поверь, я буду счастлив. Ты прекрасней всех, и я с тобой. Через три дня мы начали встречаться, а потом через немножко больше, чем год. Вот. Там, ладно, там, ладно, там, это, наверное, не так.